Привет. Задавали вопросы, есть ли фрукты и овощи на Аляске, что есть в магазинах. Ну, вот сейчас покажу вот так вот из того, что есть. Значит, виноград спрашивали, есть ли. Вот, виноград. Много-много сортов разного винограда. Киви, вот так вот видно, овощи, чтобы мне не особо подходить. Помидоры всякие разные. Но есть еще оптовый магазин, где еще больше выбор помидоров. И вот так вот упакованные уже салаты готовые, которые можно сразу приготовить. Можно даже не резать. Вот так, куча грибов всевозможных. Морковки всякие разные. И маленькие есть, и большие. В общем, все, что хочешь. Огромный выбор яблок. Цитрусовых. Цены тоже разные. Есть и дешевые, и средняя цена, и дорогие. Кому что нравится. Это спаржа. И вот яблоки. Вот так, выбор огромный. Ну все, всем пока-пока.